Компании «Энергосфера» представляет трансформатор НТМИ-1-10. Это трехфазный измерительный масляный трансформатор напряжения. Служит для выработки сигнала измерительной информации и подачи его на измерительные приборы, а также устройства защиты и сигнализации. Устанавливается в комплектных распределительных устройствах на номинальное напряжение 10 кВт. Технические характеристики трансформатора НТМИ-1-10. Номинальное напряжение первичной обмотки – 10 кВт. Номинальное напряжение основной вторичной обмотки – 100 вольт. Номинальное напряжение дополнительной вторичной обмотки – 100 вольт. Номинальная мощность основной вторичной обмотки – 100 вольт ампер. Максимальная мощность трансформатора – 1000 вольт ампер. Масса – 75 кг. Трансформатор НТМИ-1-10 состоит из бака, заполненного маслом. В бак помещается активная часть, состоящая из магнитопровода и медных обмоток. Выводы обмоток – съемные проходные фарфоровые изоляторы. На опорной поверхности трансформатора имеется 4 отверстия для крепления трансформатора на месте установки. А на крышке бака расположены монтажные скобы. Внизу бака расположена пробка для взятия пробы и слива масла, а также болт заземления. Пробка для заливки масла находится на крышке бака возле выводов обмоток. Купить трансформатор можно, позвонив по телефонам, указанным на нашем сайте.